1 сентября – День знаний уже не за горами. А какой же праздник без сказки? Попасть в нее ребятам поможет контактный зоопарк Зооландии. К началу нового учебного года компания приготовила для ребят специальную акцию, чтобы День знаний стал по-настоящему волшебным и праздничным. Млекопитающие, птицы, рыбы и даже рептилии. От морских свинок и коз до обезьян, носух и патагонских зайцев. В зоопарке Зооландии нашли свой дом десятки животных, со многими можно общаться. Особый восторг посетителей вызывают толстая Лори Люси и енот Семен. Оба в зооцентре появились недавно. Новоселы совершенно разные по темпераменту. Люси задумчивая и медлительная, а вот Семен шустрый, активный и любознательный. Они вместе с лемуром Татой встречают посетителей зоопарка, которые приезжают в гости к животным со всей Мурманской области. Я еще не вся здесь животных, но мне особенно понравилась коза здесь гуляющая и павлины. А осел вообще прикольный там. Орет, я слышала, как он тут. А ты вообще любишь животных? Да, я очень люблю. Особенно вот я люблю змей. Мне они нравятся почему-то. И змеи тут тоже есть. К 1 сентября заработает еще один зал «Планета рептилий». В нем обретут дом более 25 животных. Часть из обитателей террариума уже на месте. В том числе и крокодил. Тут и полос, и хамелеон с подозрительным взглядом, и самые разные лягушки со всех концов света. Рай для любителей холоднокровной фауны. Дорогие друзья, приглашаем вас отпраздновать в нашем зоопарке Зооландия День знаний. Вы познакомитесь с удивительным миром животных, а также увидите планету рептилий. Всех присутствующих ожидает развлекательная программа, а также сладкая вата и аквагрим бесплатно. Дружная семья животных в Зооландии постоянно пополняется. Сегодня их более 60. Есть даже лама, экзотические летучие мыши и кустарниковый кенгуру. Зверей можно кормить с рук, а угощение для них продается в холле зоопарка. Расположен зооцентр на улице Баумана, 15, работает он ежедневно с 11:00 до 20:00.